Новый выпуск программы «Вакантное место» рекомендует телезрителям «Самара ГИС» обратить пристальное внимание на подборку июньских предложений рынка труда. В свежем списке сферы образования и культуры. Мы вам поможем, будет закреплен наставник, и вы получите удовлетворение от своей работы. Прекрасные условия, умные дети, хорошая заработная плата. Ждем, поможем, все условия создадим. Кроме того, мы делимся с вами лайфхаками по созданию сопроводительного письма при трудоустройстве. Сопроводительное письмо на самом деле очень недооцененный инструмент при поиске работы. Всегда рекомендую отправлять сопроводительное письмо вместе с откликами на работном сайте или при прямом обращении в компанию. Неизменно встречаемся в эфире во вторник в 19:30.